Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. И мы сегодня продолжаем с вами проходить игру День Викингов. Ну что же, поехали вперед, как говорится. Мы с вами уже на 10 уровне из 120. Так что вперед. Хотя подождите, давайте-ка, наверное, что-нибудь с вами апгрейдим. Так, вот здесь нам что-то доступно. Мы можем с вами сделать... Так, двойная стрела, да, значит? 1400, давайте сделаем. Шикарно. Ну и, пожалуй... Ой, подождите, не то сделал я. И, пожалуй, мы приступим. Вперед, как говорится. Посмотрим, кто у нас будет на этот раз. Так. Давайте стартуем. И понеслась, как говорится. Опять будем мучить викингов. Опа-на. Смотрите, ребят. Ой, ребята, что-то тут у нас не получается. Ох ты. Вот что, ребятушки. Нынче эти хламоны уже будут в нас стрелять. И это очень плохо. Блин, где моя катапульта? Нельзя их подпускать. Иначе, я думаю, сейчас будет здесь нам очень плохо. Ай, елки-палки, не простреливается. Успокойся тут со своими стрелами. Он начинает меня бомбить. Эй, сколько вас тут? Хорош, на самом деле. Ну, да елки-палки. Так, свистун. Я все прекрасно понимаю, но куда тебе сейчас идти? Куда ты идешь? Там их куча. Куда ты попер? Болвана. Давайте, ребят, как-то навесиком, я не знаю. Вот. Оу-оу-оу, навесик. Ну, да что ж ты будешь делать-то? Вот, собирай, свистуля. Вот тебе подарок тут лежит. Черт подери, тут и так надо, и сяк, и отбиваться. Эй-эй. Так, ну-ка. Ох, сколько их тут, ребят, смотрите. Все, фу, справился вроде бы. Так, дракончик, далеко не улетишь. Давай, свистуля, беги. Собирай ящик. Черт, я на этого свистуна отвлекся. Из-за этого немного пропустил тут маленько. Не... Ты смотри, что делает, а? Так, давайте валунами их разбивать, как говорится. Да что ж такое-то, ни один камень не попал, а? Ну, я не знаю. Я же вроде как брал две стрелы, да? А, их надо активировать, по ходу дела. Слушайте, ну я не знаю, я пока, наверное, не буду. Прибережем их. Ух ты, да мы прошли уровень. Хоп-хоп-хоп, Майкл Джексон. Нара-нара. Ну что же, отлично, мы получаем с вами очередной ранг. И нам уже доступно 3 стрелы. Да иди ты отсюда, реклама. Я считаю, что все довольно хорошо. Правда, денег маловато получили. 860, как видите. Но я думаю, нам пока хватит. Так, идем на следующий, на 11 уровень. Опять у нас тут ночка. И наверняка эти хламоны будут тут в покрове ночи скрываться. Так, смотрите, бежит, бежит. Не тут-то было. На-ка, пока... Тихо ты! Ничего себе, они уже откуда могут стрелять. Так, отлично, ребята, все пока великолепно идет. Иди отсюда. Так, подожди, он стреляет опять. Так, бегун. Я вижу, вижу, свистун, что там монетка лежит. Но пока некогда мне, да что ты будешь делать. Тут надо и то, и все, и пятое, и десятое. И успей тут, пожалуй, за всем этим уследить. Да свистун, ну успокойся, не нервируй ты меня пока, а, пожалуйста. Видишь, тут напряженка какая идет. Вот, бери вот эту вот ближайшую монетку. Я надеюсь, ты успеешь ее схватить. Так, а я пока валунами их тут побомблю. Угу, вроде бы пока нормально все выходит. Но это пока. Так, вот этого надо большого сразу убивать. Потому что он, сами понимаете... Да хорош. О, какая-то золотая монетка, это хорошо. Так, сбили стрелу. Готовы. Все, нет? Ты смотри, а еще не все. Дайте-ка я вот этого вот охламона тут подбомблю. Замечательно. Фух, прошли. Но наплыв, я вам скажу, был большой. Да, не выполнил я, конечно, все бонусы, но смотрите. Ух ты, 1415 монет мы заработали, даже можем что-то с вами приобрести. Давайте-ка посмотрим. Так, мы можем с вами купить еще стрел, но я думаю, мы этого не будем делать, знаете почему? Потому что вот здесь вот есть вкусные плюшки. Вот, например, смотрите, я могу еще лучника одного открыть, но для этого мне нужно 2600 монет. Также могу каменщика, да, 2800. И еще одного бегуна, это уже за 2000. Ну, а катапульту, чтобы улучшить, нужно 3700. Да, и дальность стрелков 4700. Да, довольно ценные такие
кусачие, я так скажу. Ну ладно, давайте посмотрим, что дальше нас будет ожидать. Но неужели светло? Слушайте, мне не нравится вот этот сток. Для чего он здесь лежит? Он меня смущает. Так, ну-ка давай. Опа, отлично. Шикарно сносим, ребята. Бросаем туда валуны. Смотри, вот эти вот прыгун прям в прыжке его подбил. Давай, 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 прыгай. Ага. Слушайте, ребята, вот не помешало бы на самом деле нам бы с вами улучшить дальность стрельбы. Вообще было бы шикарно, да? Ну, какого лешего? Смотри, они прячутся за этим стогом. Куда ты бежишь? Иди отсюда. Так. Слушайте, чем лучше я их убиваю... дракончик, иди сюда. Хорошо. Ой, топорик пропустил. Но это не смертельно пока. Да не, смотрите, они копят, копят свою армию. Вот, вот. Уже начали на меня нападать. Слушайте, я, по-моему, немножко перебарщу с полетами своей катапульты. Иди отсюда, стрела нам не нужна. Да-да, свистун, я понял тебя прекрасно. Я знаю, что ты видишь, что там лежит какой-то подарочек для нас. Вот они, никуда ты не уйдешь. Захотел, видели, что он делал? Хотел моего бегунца подбить, но я и успел его накумарить. Черт, а, смотри, идут, 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 идут. Ну, как бы не так. Навесиком. Промахнусь, да? Слушайте, по ходу дела не получится. Да нет, получилось, но он потому что отошел. И смотрите, ворота они мне наполовину сбили. Что ты здесь моргаешь, для чего? Зависло что-то почему-то все, ребята. Мне это не нравится. Так, ребята, прошли мы уровень. Что-то, я не знаю, там зависло. Видно, какой-то небольшой был глюк. Но, тем не менее. 12-й. Че, не прошли, что ли? Ёлки-палки, я думал, прошли. Это, оказывается, знаете, что было, ребят? Пауза. Я нажал нечаянно на... О, нет, сколько вас тут? Надо срочно ставить двойные стрелы. Это мой, блин, куда я стреляю? Тихо. Успокойтесь, вы посмотрите, что тут творится. Ёлки-палки. Давай, 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 давай. Оу, неплохо было. Совсем неплохо. Все-таки хорошо, что у меня были двойные стрелы. Видите ли, как они нам пригодились в данный момент. Очень все замечательно. Так, давай, давай, опа, прям по башке получил. Ух, ну вроде бы отбились, да? Или нет? Да, ребята, мы отбились, все шикарно. Убить 10 чувачков в прыжке. И мы это сделали. И получаем с вами 2000. Два улучшения мы можем какие-то сделать. Так, мы можем с вами взять одного бегуна. Но я думаю, не стоит. Мы еще немножечко подкопим. Мне нужен все-таки лучник. Ух, так что поехали. Была, как говорится, не была. Нет, это мы сделаем потом. Оценку твоей игры. Опа-на. Что-то новенькое сейчас будет, ребята. Эй, Гарри. Что-то там. Как твоя мама поживает? Да, все нормально. Что-то она кормит маленькую свинку. Причем здесь маленькая свинка? Ты че? А, он у мамы свистнул свинку, да? О, нет, викинги идут. Так, ладно, викинги идут. Интересно, а что это делает свинья? Что, давайте посмотрим. Я ее запускаю. Да. А, смотрите, 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 что делает. Вот это свинка, вот это замечательно. Она, короче, бежит, ребята, и избивает всех. Ну куда, 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 куда вы разогнались-то? А? Куда разогнались, говорю? Слушайте, меня не видно катапульты моей. Черт, подери. Давай, давай. Так, надо свинку выпускать. Куда я ее выпустил? Да успокойся ты, бомбить мои ворота уже. Давай, свистун, беги. К сожалению, свиньи у меня больше нету. Да. Было все... А, нет, подтаскивает он. Куда ты разогнался, а? Давайте-ка... Вот, смотрите, их там целая орда. Сейчас у меня свинка их всех побьет. Так, дракончик, куда улетишь? Вот так вот. Смотрите-ка, этот как-то умудрился перепрыгнуть. Давай, свистун, беги. Подарок ждет тебя. Монетку золотую взял? Ты умничка у меня.
Опа-на, это что там с бревнами какие-то чуваки идут, смотрите. Викинги с бревнами. Они, видать, тут хотят что-то расстроить, но как бы не так. Зря я, конечно, свинью сейчас пульнул. Все, ребята, прошли. Убить 30 викингов свиньей сделал я. И теперь у нас хватает денег как раз на то, чтобы мы смогли с вами купить... Ой, зачем я это сделал? Ёлки-палки, ребята. А можно как-то... Можно, наверное, вот. Ух. Давайте мне срочно сюда лучника. Может быть, что-нибудь еще можно? О, тут еще можно, оказывается, ворота укрепить. Ага. Нет, я думаю, мы с вами все-таки возьмем еще одного лучника. И продолжим играть. Так, у нас, оказывается, есть три стрелы. Точнее, было. Я их, по-моему, сейчас убрал. Куда бежите? Я вас вижу. Кстати, вот так вот хорошо, когда, да? С пригорочка. Я думаю, что это самое то, что надо. Да посмотри, какие хитрожопые, а? Перепрыгивают мои валуны. Ну, блин, а? Приходится отбивать, ребята. О, я из-за этого дерева плохо вижу, кто там, чё... Да-да-да, свистун, я понял тебя прекрасно. Я вижу там монетку, но сейчас как бы мне не до тебя немножко. Шикарно сейчас было. Вот эти с палками... Ох ты, это... А, это мой. Ёлки-палки, я уж... Думал, что за странный чудило тут пришел. Ну, лучники, давайте, я же не зря вас приобретал. Получили какой-то артефакт. Так, смотри, ворота бьют уже мои. Давайте, давайте, срочно-срочно расстреливаем. Тут надо за всем успевать и камни бросать. И этих убивать. Довольно сложно все становится. Конечно, когда ты играешь пальцами, я думаю, что все намного проще. А когда ты играешь мышкой, то, пожалуй, тут успей за всем. Ну что у вас столько много? О, ребята, замок-то... Ой, двери-то у меня все... Сейчас скоро рухнут под таким натиском. Давай, 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 надо будет. Проломали все-таки, а? И похитили у меня принцессу. Ёлки ты палки, ребята, первый наш проигрыш. Давайте, конечно, переиграем. Слушайте, надо поставить эти три стрелы. Нет, поставить. Вот так вот, пускай они... Это же стоят они, да? Да, конечно, тут сложновато. Не ожидал, пока мы не будем сейчас делать с вами здесь ничего. Где же свинка? Мне бы сейчас свинку бы, вот это было бы хорошо. Давайте вдаль бросать камни. Каменщики, работайте быстрее. Надо еще каменщиков закупить. Да тут все надо закупать, если честно. Если мы хотим что-то с вами как-то побеждать, тут надо... Так, вот этих вот... Да-да-да, именно так надо было сделать. Не подходить к моему замку. Итак, вы уже один раз тут победили. Так, надо активировать стрелы. Это ерунда получается какая-то полная. Так, сори, ребята, немножко отвлекли. Ладно, продолжаем. Продолжаем с вами. Куда дракончик полетел? Не улетишь. Ёлки-палки, блин, отвлекли теперь. Попробуй тут все это отбить, а. Ай. Так, ну давай, 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 давай. Да сколько вас тут? На-ка, валуном! На еще! Так, отлично, мы здесь справились вроде бы. Свистун, пока не нервируй меня, пожалуйста. Давайте каменчики быстрее. Так. Ёлки-палки, да как они быстро мне сносят этот... Ворота-то! Ну посмотрите, что... Что они тут творят. Так, валун. Попали. Еще один. Фу, вроде бы справились, ребята. Ёлки-палки, вот это жестяк был, если честно. Да, это... это только лишь у нас 13 или 14 уровень. Что дальше будет, я ума не приложу. Да потом все это, потом. Так, у нас ранг 3. 1915 денег. Ну, давайте попробуем еще один уровень пройти. Не знаю, получится у нас, не получится. Но хотелось бы. 15-й, ребята, у нас уровень. Дракон, куда полетел? Так, и будем сейчас камнями. Так, давайте подальше туда. Давай, бери, бери, свистуля, беги. Пока я что-то никого не вижу, где они тут? Вон они бегут. Ребят, мы подобрали с вами, оказывается, стрелы. Да что ты промахиваешься-то?
Да ну, бросьте его нафиг, такой армадой идти на меня. Да, справишься тут, пожалуй, с ними. Еще и в покровах ночи. Я их вообще не вижу. Так, сломали, как быстро. Жесть какая-то, ребята, просто тут происходит. Я не знаю, как мы будем с вами здесь выигрывать. Что-нибудь можем купить? Так, один бегун, это нам не надо. Я думаю, наверное, все-таки нам придется купить с вами стрелы. Давайте возьмем. Нам все равно как-то надо проходить этот уровень. Иначе тут просто полная жесть. Так, давайте их активируем. Нет, активируем, все, отлично. А почему у меня только одна пачка? Мы же вроде как подобрали. Надо было ее использовать по назначению, елки-палки. Ну что же, пробуем опять. Дракончик, иди сюда. Так, давайте вот туда, вот вдаль будем бросать. Давай, свистун, беги за подарком. Так, он подобрал у нас стрелы. Так, их надо еще желать... Да как же вы... Так, хорошо, все получается пока. Блин, а, ну хорош, ну какие же вы бронявые, а? Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, ребят, короче, я... А где мои стрелы-то? Я что, не взял их с собой, что ли? Вот же я сглупил. Давай-давай-давай-давай-давай. Вот этого бегун тут еще бежит. Ай, не могу, я не успеваю, ребята, и валуны бросать, и викингов отбивать, и дракончиков шлепать. Так. Куда разогнался, а? Свистун, я все понимаю, все прекрасно понимаю, что лежит подарок, но ты видишь, что происходит здесь? Не до тебя сейчас в данный момент, абсолютно, блин. Дай хотя бы немножко-то разгребсти мне вот. Все, ворота уже сломали почти. Хе, здорово просто. Ну и... серия у нас, ребята, получается. Так, смотрите, какая-то лодочка тут у нас лежит. Вот этих надо в первую очередь. Они у нас бегут с какими-то там палками. Я не знаю, видимо, это, как сказать, для того, чтобы сломать ворота. И последний, я это надеюсь, что это последний. Давай, бери шапку. Ух! Неужели мы справились, а? Трофей получили. Да, ребят, мы справились. Да, и честно признаюсь, это было очень сложно. Четвертый ранг с вами мы заработали. 1370 монет. Ух, даже не знаю. Давайте еще уровень. Я аж... что-то весь на нервах. Меня аж прям колбасит. Так. Давайте установим. Ну вот они же вот тут сейчас в данный момент показаны, что они есть, да? Или вот так вот это делается? Наверное, вот так вот. Не знаю, какой-то град стрел. Попробуем. Да, взяли мы этот град стрел. Все, отлично. Да куда ты бросаешь-то? Вот туда надо, вдаль. Все, бегут, бегут уже, а. Дракончик! Подбили. Но он очень далеко. Поэтому я боюсь, что свистун до туда просто не добежит. Так, нечего вам здесь делать. Да куда ты бросил валун-то, ё-моё, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как так? Ёлки-палки, а мне что, надо ворота чинить, что ли, постоянно? Я думал, что они будут у нас целыми. Все, вот теперь они целые. Очень странно, конечно, все это было. Ладно, бросаем камни. Для начала. Надо все-таки улучшать, ребята, дальность. Дракон, иди сюда. Потому что без дальности, сами видите, очень все паршиво у нас получается. Ну здорово, их, посмотрите, сколько их здесь бежит, блин. Да, отвали. Свистит он там мне. Не видишь, я занят. Так, смотрите, тут эти с таранами бегут. Так, ну пока вроде бы я их держу на расстоянии, но это пока. Давайте валун туда запустим, еще один. Вроде как попал по кому-то, не успеваю даже. Так, дракончик. А-а-а! Дракончик улетел. Так, бегунам здесь не место у нас.
Так, давайте камнями, камнями их забрасывать там. Как можно дальше, чтобы не летели. Так, 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 осталось совсем, совсем немножко. Вроде бы справились, ребята. Я надеюсь, больше волны не будет. Нет? Или будет? Слушайте, по-моему, будет. Давай. Ё-моё, бегут. Так, этих мы... Да куда ж ты, бегун, испугался? Надо было монетку донести. Я бы тебя прикрыл бы. Так уж и быть. Ну, все, надеюсь, да? Да, ребята, мы победили. Все шикарно, зарабатываем сколько с вами денег? 2175. Ну что же, давайте тогда на этом я завершу свой такой коротенький выпуск и продолжим уже с вами в следующей серии. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и до скорых новых видосиков, ребят.